Российские военнослужащие, участвующие в воздушной операции в Сирии, встретили Новый год по московскому времени. Они собрались у 15-метровой елки, привезенной на базу Хмеймим с родины. Компания Деда Мороза и Снегурочки прослушали обращение президента. Отдельное поздравление подготовил министр обороны. И вот долгожданный бой курантов. В это время на аэродроме не смолкал рев у двигателей, вылеты истребителей и бомбардировщиков не прекращались даже в новогоднюю ночь. Некоторые поднялись в небо еще в 2015-м, а приземлились уже в 2016-м. Но все без исключения получили свои подарки. Самолетам из России привезли то, что так напоминает о доме. А еще рисунки и открытки, которые передали военным воспитанники кадетских корпусов и детских домов. Порадовал их праздничный стол, оливье, селедка под шубой, мандарины.